Bir daha hatırladık ki gelişmiş zamanında biz bu hafta söhbət açmışdıq. Yarad Film Klubunun təşkilatçılığı ilə Rus filmləri həftəsinə start verilib. Dünən açdıq mötəbər tədbir gerçəkləşdi ki, elə isti-isti biz bu hafta istərdik ki, söhbət açaq. Bəli, əlbəttə əziz tamaşaçılarımız, qonaqlarımız artıq buradadır, bizim yanımızdadırlar. Onları təqdim etirik sizə beləliklə. Van Goglar filminin rejissoru Sergey Livnyov, Bitva filminin rejissoru Anar Abbasov və Yaradın İctimai Proqramlar Departamenti rəhbəri Ülviyyə xanım Axundova. Sabahınız xeyir olsun. Здравствуйте, доброе утро. Мы выражаем вам огромнейшую благодарность и думаем, что вам будет более комфортно, если мы будем общаться по-русски. По-моему, мы не правы. Было бы интересно узнать. Вехан, давайте мы вначале начнем нашу беседу с вас. Я думаю, джентльмены, простите, меня поддержат. Спасибо. Все уже началось и взяло старт уже вчера. Совершенно верно. Очень ожидаемое и значимое событие, которое мы с большим нетерпением ждали. Да, мы тоже его очень ждали. На самом деле, открытие официальное произошло вчера. Кинотеатре «Незами», и открылась эта неделя фильмом «Танки», такой очень остросюжетный, яркий. Начало было боевое. Да, начало было боевое, совершенно верно. К сожалению, вот сегодня здесь на съемке не присутствует режиссер этого фильма, Кир Дружинин, но его фильм будет показан сегодня. А вчера мы открывали фильм «Видео», режиссер, который сегодня присутствует. И, наверное, я думаю, что автор лучше расскажет о своей картине. То есть хочу сказать, что всего в программе включено 10 картин. Это все фильмы очень свежие. Это фильмы 2008 и 2015 года. А в Центре современного искусства «Ярад», который является партнером недели российского кино, будет показано 3 фильма. В частности, сегодня мы будем смотреть фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги». И мы вас всех приглашаем и ждем на этом фильме сегодня в 7 часов вечера. Мы с уверенностью можем сказать, что битву открытия вы одолели. Да. Пожалуйста, было бы интересно услышать. Ну, у меня достаточно молодежный фильм. Вот, и как бы в основе фильма лежат танцы. Современные уличные танцы. Потому что я тоже в прошлом был танцором. Эта тема мне близка и знакома. И я давно хотел снять именно кино о танцевальной структуре, о танцевальной культуре Москвы, Санкт-Петербурга, России. И, ну, как бы идея, которая в основе фильма лежит, главный герой, танцор, он получает травму и теряет слух. А для танцев слух и музыка – это первостепенная, как бы, вещь, которая нужна для вдохновения. Вот. Ну, и главный герой борется с этой проблемой и находит вдохновение внутри. Вот. Ну, то есть, как бы, такая вот история. Очень интересно. Я думаю, вы скажете, он ищет вдохновение в прекрасном, и в этом ему прекрасная, девушка. Прекрасная, конечно. Там есть и девушка, там есть и дети слабослышащие, и, как бы, в любом случае, то, что проходит прекрасное в нас, оно выходит, как бы, в данном случае это выходит в виде танцев. Və tərcümə edək Anarın söylədiyini və Anar söyləyir ki, bu film, çəkdiyim film daha çox gənclər üçün nəzərdə tutulub və burada filmin sujet xətti belədir ki, bir rəqqas öz eşitmə qabiliyyətini itirir, amma əlbəttə ki, musiqini eşitmək onun üçün bir rəqqas olaraq əsas bir keyfiyyətlərdən biridir. Amma buna baxmayaraq, o çox böyük bir yol keçir və o daxilində o ilham pərisini tapır və əlbəttə ki, bunun nəticəsində o bu problemi aradan qaldıra bilir. Məsəl super, bir happy end sonda. Bəli. Давам идей? Бэль-эль-бэль-эль. Если вам есть что отметить, добавить, мы с удовольствием выслушаем. Ну, я бы на самом деле хотел как отметить то, что для меня это целое событие, потому что я сам родом из Азербайджана, мои родители живут в Баку, и то, что как бы здесь происходит неделя российского кино, в котором участвует мой фильм, для меня это честь представлять свой фильм здесь, в Азербайджане. Вот, и было очень приятно вчера видеть реакцию зрителей. Вот, так что я огромное спасибо благодарен тем, кто это все организовал.
Ve ana təşkilatçılara elbette ki teşekkürünü bildirir ve söylüyor ki artık uzun illerdeki o Rusya'da yaşayır, Moskva'da yaşayır. Ama elbette ki Azerbaycan'la onun çok sık bağlılığı var ve bu filminin tamaşaçılara təqdim olunması onda ancak ve ancak hoş bir hisler oyadır. Ve diğer konağımıza müraciət edelim. Memnuniyetle. Юлия Ильхам, если вы не против, мы обратимся конечно, к нашему да. уважаемому гостю. О чем ведает ваш фильм? Это драма. Это история отношений, непростых очень даже отношений между очень пожилым отцом, которого играет знаменитый польский актер Даниэль Альбрыгский, и уже не очень молодым сыном, которого играет выдающийся российский актер Алексей Серебряков. Это тема, которая вдохновляет и волнует многие поколения. Да скорее, я думаю, что волнует, чем вдохновляет. Вас вдохновило на съемке фильма? Да, да. Это действительно, я думаю, что когда спрашивают, каким образом вы нашли эту тему, что вас заставило, эту тему искать действительно не нужно. Она просто сама себя нашла. К сожалению, так получается по какой-то причине, что отношения с родителями, между родителями и детьми, то есть отношения с самыми близкими людьми, как раз оказываются часто во многих очень семьях самыми сложными. Родители – это люди, которые встречают нас первыми в этой жизни, когда мы в нее приходим. И часто мы, собственно, провожаем их. То есть вся жизнь между этим событиями и то, каким образом сложились отношения с родителями в детстве, это не просто накладывает отпечаток, это, пожалуй, определяет все наши отношения в будущем с миром, с другими людьми, с нашими собственными детьми, и не только с детьми, с любыми людьми на самом деле. Вот. Поэтому мне тему искать не нужно было, она была во мне, и просто нужно было решиться о ней искренне рассказать. Ve qonağımızın çektiği film Van Goglar adlanır. Ve niye Van Goglar bu sualın yəqin ki cevabını verəcəyi? Çünkü sujetiyle müəyyən qədər tanış elədi bizi ve söylədi ki burada musiqiçi olan ata ve oğulun gergin mürəkkəb münasibətlərindən bəhs edir bu film. Ümumiyyətlə bu mövzu həmişə yani Bineyi Qədimdən ədəbiyyatın, kinonun diqqət mərkəzində olub. Bəli, bəlkə Turgenevin yaradıcılığından atalar ve oğullardan daha çok bizim qonağımız ilhamlanır. O da ola bilər. Ama her halde nəticə nədən ibarətdir? Sonluq nə ilə bitir? Mənim üçün maraqlıdır. Ama neye göre de Van Goglar? Bax, bu da mənə çok maraqlıdır. Я думаю, что вы не будете против, если мы посмеем у вас спросить, почему Ван Гоги называется и чем заканчивается вся эта драма. Я уверен, что вы не скажете, но я должен был это спросить. Да. Вопрос закономерный. Могу только сказать, что это не исторический фильм про художника Ван Гога совсем. Для того, чтобы на самом деле понять, почему так называется, нужно его посмотреть, причем до самого конца. Вот если идти посередине, то будет непонятно. В самом конце становится ясно. Ну, я скажу об этом. Я не думаю, что ваш и фильм, о котором мы говорили чуть ранее, и все другие 8 фильмов будут теми фильмами, которые можно будет посмотреть не до конца. Я думаю, что одно из объяснений названия это в том, что Ван Гог это один из самых знаменитых художников и людей вообще за всю историю человечества. И в то же время, то есть это один из самых великих гениев. И в то же время один из самых больших лузеров. При жизни он был абсолютным лузером. Вот. И, собственно, это вот герои моего фильма, они вот Ван Гоги в обоих смыслах. Кроме того, они оба рыжие. И Серебряков, и Альбрыгский рыжие, как и Ван Гог. Ve bizim qonağımıza Emir sual verdi ki, nəyə görə məhz Van Gogh adlandı film? Amma qonağımız söhbətin öncəsində, əvvəlində dedi ki, bunun o heç böyük rəssamla bəli, şəxsiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Amma sonraki mərhələdə etiraf elədi ki, bəli, filmin açarlarından biri də elə həmin rəssamla bağlıdır. Ve filmi sona qədər izləsəz, özünüz bunun şahidi ola biləcəksiniz. Nəcə bilirsə maraqlısı nədir? Biz bu mövzudan söhbət açıyoruz. Amma nə gözəl ki, bizdə Azərbaycanda, bizim ailələrimizdə o dəyərlər var, qorunur, saxlanılır.
Biz bu haqda fəxarətlə söhbət edirik. Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycan ailəsinin özünün öz dəyərləri var, ailə modeli var və əlbəttə ki, bu da bizim üçün çox əzizdir, çox doğmadır. Və Ülviyyə xanım, bax, siz danışdınız, artıq dünəndən start verilib Rus filmləri həftəsinə. Daha hansı müəlliflər dəvət olunub və onların ümumiyyətlə, bax, Azərbaycan filmləri, Azərbaycanla bağlı təəssüratları necədir, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı? Ну, я думаю, что, в принципе, проведение недели российского кино – это очень значимое событие для нас, для всех, потому что, как я уже сказала, это фильмы, которые мы вместе со зрителями российскими и со зрителями всего мира, наверное, можно сказать, посмотрим практически одновременно. Это фильмы премьерные во многих случаях. В прошлом году происходило примерно то же самое, когда к нам привезли фильм Ивана Твердовского «Подбросы» сразу после фестиваля «Кинотавр». Мы были практически первыми, кто его посмотрел, и очень этим гордились. Для нас это тоже большая честь принимать на своей площадке все эти картины и замечательных, талантливых авторов этих картин. Кроме того, я хочу сказать, что все эти фильмы, они подходят для семейного просмотра. Практически вся программа составлена так, что можно прийти с родными, с близкими, и вы обязательно выйдете оттуда с таким светлым, добрым ощущением. Что тоже редко бывает в сегодняшнем кино, надо признать. Обязательно. Спасибо за приглашение. Я думаю, что мы найдем время в своем плотном графике и обязательно посетим кинотеатр Низами. Да, в котором... и Центр Ярат. Обязательно. Спасибо. Buyurun, buyurun, elbette. Спасибо вам, говорю, за приглашение. Buyurun, siz bizim için əziz, doğma bir insansınız və əlbəttə ki, Azərbaycanda sizi görmək çox xoşdur. Tez-tez gəlin Azərbaycana və əlbəttə ki, bax, əslində biz elə bir məkanda oturmuşuq ki, Filarmoniya bağ adlanır da bu məkan. Yəqin ki, o Rus kinematografçıları da dəfələrlə Azərbaycana, Bakıya müraciət ediblər öz filmlərində. Elə bax, bu qala divarların o tayında. Hara yerləşir, cavab edə bilərsiniz? No, Starı Krepost. Aha, tak, və hansı ən məşhur filmdə istifadə olunur? Biz sizə... Это была подсказка, да. Семен Семенович. Легендарный фильм. Геннадий Нахтарарда. В руках, да. Да, говорят, здесь есть весь мир, ресторан под названием «Черт побери», да? Ага. Алло, Гонах, мы с Гёрми и вывеска тоже. Нет, эту улицу, возможно... Мы вас попросим, чтобы вы обязательно познакомились Сичар и Шаэр с крепостью по возможности. Обязательно. Хэмин кафе и дагеди, бэльбэта, ки Азербайджан и мэхтэрна. Мютлэк, мэмютлэк, да. Только убедительная просьба, не падайте. Берегите красоту, пожалуйста. Хорошо, мы обязательно познакомимся с крепостью, а вы приходите в кино. Спасибо большое. И приходите сегодня в 7 вечера в кинотеатр в Центр современного искусства Ярат на фильм «Ван Гоги», чтобы узнать, почему он так называется. Спасибо. Желаем вам еще больше творческих успехов. Спасибо. Спасибо, что нашли время и сочли нужно прийти к нам в прямой эфир. Большое спасибо, Ülviyyə ханым. Были рады с вами увидеться. И вам всего самого доброго. Qonaqlarımıza təşəkkürümüzü bildirdik. Və bir daha xatırladaq ki, əziz tamaşaçılarımız Bakıda Rus həftə filmləri həftəsinə artıq dünəndən start verilib. Bir həftə ərzində davam edəcək və müxtəlif filmlər nümayiş olunub. Bu filmlərdən biri də bizim həmyerlimiz, Moskvada yaşayan həmyerlimiz Bitva filminin rejissoru Anar müəllim Abbasovdur. Artıq onun filmi nümayiş olunub da, yəni dünən nümayiş olundu, Ülviyyə xanım söylədiyi kimi. Amma digər rejissorların, o cümlədən bizim bu dəqiqə qonağımız olan Van Goglar filminin rejissoru Sergey Livnevin filmini siz bugün izləyə biləcəksiniz. Və əlbəttə ki, sizə bir daha uğurlar arzulur və bir daha xatırladıram ki, digər qonaqlarımızla yanaşı bizim növbəti qonağımız Yaratın İctimai Proqramlar Departamenti rəhbəri Ülviyyə xanım Axundova idi. Если позволите, я делаю маленькое дополнение. 27-го и 28-го будет еще два замечательных фильма. В частности, 27-го будет показан фильм «Война Анны». Это фильм лауреат премии «Золотой орел», премии «Ника», поэтому мы вас тоже обязательно ждем. Спасибо большое, что это уточнили. Хорошего дня, до новых встреч. Всего самого доброго. Tamaşaçılarla hələ biz sağollaşmaq fikrində deyilik. Qonaqlarımız var, qonaqlarımız olacaq. Saat 11 plusa qədər bizim canlı televizimiz davam edəcək. Yenidən musiqiyə müraciət etsək, mənə elə gəlir ki. Yerinə düşər, bəli. Buyurun. Bülbüllər nəğməsinə çaylar.
gözüme söyle. Değil, 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 ayrılma benden. Değil, 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 ayrılma benden. Çiçekler bakışıyla, bulanlar gözyaşıyla. Güzel tabiat.